Мама, помоги, пожалуйста. Мама, спаси своего сына, пожалуйста. Я же не хотел, это же просто шутка была. Это же просто была неудачная шутка. И здесь больше даже вы виноваты, подписчики, а не я виноват. Так, сейчас, сейчас. У меня там все должно быть записано в этой книге. У меня там все записано. Я все записывал перед тем. И сейчас в этой книге мы посмотрим. Так, зелье черепахи, зелье ночного зрения, прыгучесть отправляемого урона. Невидимости! Вот, для невидимости нужно зелье ночного зрения плюс глаз Маринки. Так, а зелье невидимости крафтится золотой морковью. Так, все понял? Все понял, пока что ее нет. И это очень хорошо, значит, я еще немножко могу пожить. Так, зелье невидимости. Нечистая сила! Так, что-то мне нужно мой глаз Маринки маринованный, потом немножко морковки, потом кусочек золота, порох и редстоун. Так, как это все делается? Сначала... нет, подождите, забыл еще нарост из Незера. Сначала нарост из Незера вот сюда добавляем. Так, никого нет. Вроде пока что никого. Так, морковку вот сюда пердососим. Вокруг морковки золотая морковка. Потом, о, все, сделаем смутное зелье и добавляем золотую морковку. Сейчас получится у нас ночное зрение. Может, я просто лишний раз паникую. Может, она уже больше не вернется. Я не знаю. Да она улетела, улетела. Все, больше я ее не увижу. Но в любом случае, как бы перестраховаться-то надо. Перестраховаться надо. Если она вернется, тогда мне точно вот этот кирдык по пердык сразу же будет моментально. Так, ночное зрение вот это сделалось. Сейчас, как сейчас маринованный паучий глаз, сейчас будет зелье невидимости. Все верно, все верно. Я-то зельевар получше, чем Екатерина Нубасос, она буду 100%. Так, зелье невидимости. Все есть, вот это. Забираем это, выкладываем все обратно. Нет времени ждать, она может вернуться в любую секунду. Если она все же в любую секунду вернется, если я где-то сдалека увижу опасность, я сразу же выпиваю вот это зелье невидимости. Ну, вроде пока что спокойно. Вроде никто не планирует сюда возвращаться, да? Все верно. А вот опасность появилась оттуда, откуда мы ее не ждали. Ну, слушай, ну она же сюда не вернется, она же сюда ко мне в лабораторию эту не придет, она же не знает, что я здесь нахожусь. Она возродилась где-то дома, вот там она дома сейчас и будет находиться. Я же ее здесь как бы я не... Ага, до свидания. Вот так? Меня же не видно, меня же... Небольшие, конечно, пупырки с меня вот это вылетают, но она же меня не увидит, да? Можешь не прятаться, я тебя все равно чувствую. А, вот ты где. Ну, сейчас я к тебе прибегу. Так, здесь? А, вот здесь. Ты можешь не прятаться все равно. Я тебя чувствую за версту. Вот ты где-то тут у меня находишься. Это прям чувствуется сразу. Сердечко-то, но не обманешь. Вот где-то вот тут вот. Где-то, ой, так. Вот прям вот, как будто ветерок такой пробегает, и я тебя чувствую. Ну ничего, сейчас у тебя зелье кончится. Ты думаешь, что ты меня обманешь, что ли, ёпарасота? Я тебя найду. Сюда? Вот так, здесь она меня точно не сможет. А, вот здесь. А вот прям вообще, я прям вот чувствую душой своей, нутром одним своим. Где-то вот, где-то тут? В ящиках, что ли, спрятался? Опа! Ты видимый! Привет! Спасибо. А, подожди, сейчас еще одно зелье выпадет! Не-не-не-не-не-не-не-не-не, давай поговорим! Подожди! Все, что между нами было, это вранье! Ну, не считая, конечно, наши отношения, вранье... Это американский проект запуска ракет в космос был. Мы тебя хотели отправить на спутник, чтобы ты там всю планету интернетом обеспечила. Вот ты, короче, первый майнкрафтовский космонавт в мире. Не, это все эксперимент, это все проект X был. Это тайное и секретное агентство. Лучше вообще никому про него не рассказывай, пожалуйста. Я не хотел, прости меня, пожалуйста. Ты понимаешь? Насколько мне там было офигенно. Верните меня, пожалуйста, обратно.
Мы там, значит, с Николаем Петровичем так душевно говорили. Это Николай Петрович, это инопланетянин с Марса, вот. Они меня потом решили в гости еще на Сатурн увезти, но я говорю, ребят, времени нет, надо домой. Они такие, ну, Катюха. Вот, а потом я пошла в отбор играть с маленькими марсианками. Они такие прикольные, такие красненькие, у них ушки еще остренькие, вот. Короче, делай, что хочешь, куда ты это... Мне нужна еще одна ракета, вот, чтобы я к ним в гости могла ездить. Я там столько всего красивого увидела. Ты не представляешь, звезды прямо вот перед тобой. Можно их срывать, например. И сразу вот, оп, снял звезду с неба и подарил кому хочешь. Так, офигенно. То есть тебе понравилось? Безумно понравилось. И я туда буду в отпуск летать каждый год. Там Николай Петрович меня ждет. Слава яйцам, как говорится. Ну, в смысле, куриным, конечно же. Слушай, ну я тогда тебе предлагаю пойти переспать, что ли? Ночь на улице можно пойти переспать. А новый день наступит, я тебе расскажу про наши планы, потому что планов у нас столько было, столько много новых планов появилось, пока ты в космос летала, Кать. Ты себе даже не представляешь. Я тут как бы сам остался за хозяйство, поэтому, Кать, идем переспим и будем... Ну да, кстати, я бы не против поспать, потому что там по-другому исчисляется время. Там вообще люди не спят по суткам, трое через два. Все, ты выглядишь и слышишься вообще очень сильно уставший. Все, Кать, заходи домой, спи, Канька, и тебе станет намного легче. Угу. Отличная идея. Я тебе потом еще расскажу, как мы с Петровичем ездили в это, на Юпитер. Ага, это отличная история, я в этом уверен. Все, давай иди заваливай саркостанцию и давай дрыхни. Спокойной ночи, там это, пусть мне звездочки приснятся, и Николай Петрович главное. Я вижу, вы с Николаем Петровичем очень сильно сблизились, да? Спокойной ночи, это самое. Ну ты потом меня с ним познакомишь, мне интересно, кто это такой все же. Ой, хорошо, пошла. Что-то башка болит, пипец, это... Ты можешь мне мед принести, я не знаю, водички какой-нибудь там, обязательно газированный, какой-нибудь карачинкой, там вот это вот... Ты пей, тебе точно станет легче, чем больше жидкости в организме, меньше болит голова. Полегчало хотя бы чуть-чуть немножко? Фу, ну хотя бы хоть какое-то это просветление есть, а тут ты знаешь, вот в космосе побываешь, а сколько я там вообще была? Такое ощущение, что год мы там с Николаем Петровичем пробыли. Ты там всего лишь пару дней, Кать, была, 2-3 денька где-то была. Ой, кошмар, но на самом деле кажется, что вот там время по-другому идет. Ты мне это расскажи, какие вообще тут планы у тебя? Ос, я смотрю, завел, да? Давным-давно мы уже пчел завели. Короче, иди сюда за мной, пока ты там с Николаем Петровичем в космосе расслаблялись, я как бы же комментарии подписчиков читаю, вот твои комментарии всех остальных читаю. Но подожди, а чтобы я читал и с тобой комментарии всех подписчиков, что надо сделать? Если я не ошибаюсь, у меня не отбила память, то вроде надо подписаться на канал. Но это вроде... Да, это точно, да. Это кстати, точно. Да, у меня день рождения меньше, чем через неделю. Кто подписан? Поздравляю! Да, рано поздравлять. Поздравить подпиской можно. Так, короче, Кать, я читал комментарии подписчиков, и подписчики мне новую идею вот это предложили. Сейчас я возьму все нужные нам ресурсы, возьму немножко стекла, возьму немножко сундучков, и угадай, Катя, с одного раза, куда мы сейчас с тобой отправимся? Кать, ты зависла. А, да меня этот фонарь бесит вообще. Да оставь ты фонарь в покое, поставь его обратно. Куда мы сейчас с тобой отправимся? А куда мы сейчас с тобой отправимся? Я что-то, если честно, не понимаю. В ад! Ад мы с тобой отправимся. Да, я знаю то, что... Я говорил то, что я в ад больше не ногой, но мы сегодня будем совершенно другими делами заниматься. Подожди, вот эти золотые шмотки мы с тобой забыли. Я возьму... Что взять? Вот это я возьму, и вот это я возьму. Все, Катя, ноги в руки, руки в ноги, побежали в ад. Да, как скажешь, капитан, погнали. Что-то вот это просветление приходит потихоньку. Ага, ну это замечательно. Ура, марсианочки, Николай Петрович, я к вам, ждите меня! Так ты не на Марс, ты в ад отправилась. А, ладно, без разницы. Да почему мы здесь-то начали появляться? Мы совершенно в другом месте появлялись. Кать, ты где? Собственно говоря, зачем ты меня сюда
притащил. Что мы сегодня будем делать? Можно конкретики? Бесконечная ферма пиглинов, бесконечная ферма золота, бесконечная ферма всего, чего только можно. И именно вот это мне сегодня сказали подписчики, как это можно сделать. Поэтому давай мы сначала с тобой отправимся в биом, где есть вот эти пиглины, а потом я кое-что построю, и ты офигеешь прям. Ой, я тоже кое-что тебе построю, а ты тоже потом офигеешь. Ага, ну хорошо, тогда потом покажешь. Ты посмотри, что происходит. Они охоту открыли на кабана. Если сейчас повезет, они его кокнут и потом танцевать будут. Ну-ка, это я помню. Мы с тобой ради этого целую серию посвятили, да. Кокнули. Они не танцуют, Кать. Ну, вы что, лентяи-то такие? Ой. Извините, пожалуйста, я вас не хотела кокать, простите, пожалуйста. Да это наоборот хорошо. Ты пока их отвлекай, пока бегай, вот это. А я построю вот эту машину для бесконечной фермы, господи. Чё бы вспомнить, как она делается. И, Кать, я не помню, как она делается. Сейчас вспомню, не переживай. Так они чё, все за мной, что ли, бегут? Так, два сундучка вставим вот сюда, потом берем две воронки присоединяем вот так к сундуку. Потом берем стекло, это все очень-очень просто строится. Стекло ставим вот сюда ставим компаратор, вот так. Наблюдатель, Кать, я поршень забыл взять, ты его случайно не захватила? Ну что ты без меня делал, держи свой поршень, а наконец-то от меня эти чубзелетики отстали. Ну в любом случае, как бы ты их сейчас должна будешь сюда притащить, поэтому поршень вроде ставим вот сюда. Небольшая ошибочка, надо на один блок это все ниже поставить. Вот сейчас мы ставим наблюдатель вот так, сверху, и на этом мы ставим с тобой, Катя, раздатчик. Все, готово, только еще одна проблема есть. Я золото забыл взять, чтобы вот этот механизм весь работал, тут золото надо, я его не взял. У тебя нет случайно? Снимай свои ботинки, засунем туда ботинки. А голову ты дома не забыл? Ну как так можно? Ты хорошо, что у меня с прошлой серии, когда мы там с тобой лутали этот данж, или как он называется, у меня осталось вот, забирай. Ты ж моя красавица, что бы я без тебя делал? Вот сейчас вот это вот, все вот эти золотые слитки запихаем вот сюда, в этот раздатчик. Ну и сейчас, Катя, самое сложное. Надо вот сюда внутрь, вот сюда, заманить хотя бы двух пиглинов. Поэтому эта миссия выпадает именно на тебя. А ты не офигел ли столько золота тратить на этих пиглинов, а? Ну так ты подожди, сейчас мы ферму бесконечную построим пиглинов, и потом ты увидишь, зачем это нужно было. Все, давай, иди и затаскивай сюда пиглинов, столько много, как только сможешь. Ой, ладно, ребята, давайте все на меня, погнали. Давай, как-то вот туда внутрик затащи, внутрь, давай, толкайся. Затащила, и погибла. Пацаны, внутрь туда зайдите, господи, отступитесь, вот тут внутри стой, вот так, молодец, какой молодец, тут и не выходи, самое главное, Кать, возвращайся, у меня вроде все получилось. Вы, пацаны, пришли тоже на своего брата посмотреть, и тоже ничего не понимаете, да? И я вот тоже, если честно, нифига не понимаю, зачем ты его замуровал в стекло, что это кому даст, зачем мы туда выкинули столько золота. Может, кто-нибудь объяснит мне тут, а? Ну тогда смотри, как это все работает. Я сейчас заберу один золотой слиток, даже два, чтобы это все активировалось. Зайду вот сюда и выкину им вот эти два золотых слитка. Покажу то, что в этих сундуках ничего нет. Ты дурака, кусок не трикатить! Я свой сундук открыл, чё на меня нападает, а Кать! Всё, желаю вам удачи, чтобы побороть эту всю баба! Всё, так ко мне сюда не спускайтесь, так главное! Ладно, вторая попытка. А чё, сюда еще один упал, что ли? Да. Нифига себе, так нам еще лучше. Так, главное, сундук не открывай, а то им почему-то не нравится, когда мы свои же сундуки открываем. Берем, выбрасываем сюда два золотых слитка, и наш механизм начинает активироваться. То есть мы выбрасываем им золото, они начинают с нами торговать, и им золото с этого раздатчика обратно выпадает. Смотри.
Опа, 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 опа. Это значит то, что они торгуют. Мы им даем золото, они нам взамен дают какие-то полезные вещи. Я сейчас постараюсь еще раз открыть этот сундук и надеюсь, то, что они меня не кокнут. Так, давай, может, я открою. Да подождите, подождите. И в сундуке у нас находится... За это время ты посмотри! 10 секунд! Прошло 10 секунд! Ты посмотри, сколько не успели наторговать! Мы же даже ничего не делаем! А, японский хрыщ, вы отстань! Кать, помоги мне их вот это вздохнуть! Так, вы это самое, на наши сундуки-то не надо зариться! Ага, это мы это сами все сделали, это наша, поняли? 22 спектральные стрелы появились за пару секунд, Кать! Так, смотри, я не израсходовала! Да ты меня задрал, честное слово, шашлык ходячий! Отстань от меня! Золото рассматривают, золото выбрасывают, и вот эти вещички идут в этот сундук, раздатчик активируется, золото выбрасывается. Кать, просто прошло 1.5 минуты, они уже выкинули железные ботинки на скорость души 2. Так это вот это вот, которое, чтобы бегать по песку душ быстро, да? Да, это то, которое бегать по песку душ. И мы просто ничего не делаем. Они нам взамен даже золотые слитки выбрасывают. Да убейте вот за кабана вот этого. А золотые слитки можно обратно сюда вот так поставить. Они опять с нами начнут торговать. Слушайте, да вы меня заколебали, честное слово. 44 спектральные стрелы. Ты прикинь, если мы с тобой здесь останемся примерно 10 минут, что здесь в этом сундуке через 10 минут будет, а? Ну так давай проверим, что здесь будет через 10 минут. Плачущий обсидиан, 4 штуки, офигеть. Ну, мы с тобой, конечно, большие молодцы. И я считаю, что вот за все, что ты мне сделал, я должна тебе тоже кое-что подарить. Так сказать, сюрпризик небольшой сделать. Поэтому давай за мной побежал, это самое быстренькое. Какой сюрпризик, Кать? Мы домой вернулись передохнуть, мы сейчас обратно в ад отправимся. Они там полный сундук наторгуют, мы это все себе заберем. Ты куда побежала-то? Ну вот как наторгуют полный сундук, так мы вернемся. Там у нас еще есть времечко. Давай, я тебе обещаю, тебе очень сильно понравится, я прям вот гарантирую. А, ты это самое главное, спиной, не видите, развернись, это, встань задом мне. Все, стал спиной, ну это же, да, это как бы сюрприз. Ну ты тогда скажешь, когда мне разворачиваться и вообще куда мне бежать-то? Да, можешь идти, еще чуть-чуть осталось, так, аккуратно, тут горочка. Ага, аккуратно. В дерево не врежешься. Не врежусь в дерево. Подожди, могу разворачиваться, нет? Еще чуть-чуть осталось. О, привет. Вот еще чуть-чуть, разворачивайся. Смотри, вот это мистер Крипер. У тебя там все нормально? У меня все под контролем. Все, разворачивайся, смотри, это тебе. Моя ракета? Это уже другая ракета, более улучшенная. Завази наверх, давай. Быстренько залазим наверх туда. А мне зачем туда залазить? Я говорю, быстро залазим наверх. Все, хорошо. Ты главное вот это, не нервничай. Так, вот тебе под мосточки. Да куда ты их ставишь-то? Наверх-то хотя бы поставь. На, сам поставь, я не умею их ставить. Ну, это же тебе же надо залазить туда, мне-то уже не надо залазить. Друг на друга, вот так все поставила. Мне точно надо сюда залазить, как бы знаю, это моя разработка. Ну, в смысле, я эту ракету тебе же строил, не? Вот, я тебе говорю, там вот Николай Петрович, ты запиши его адрес, я тебе сейчас дам. Вот, потом к марсианочкам обязательно сходишь. У них так круто, они тебя накормят, ты просто отвал башки будет. Тебе понравится, я тебе просто обещаю. Да что, куда? Давай, не спрыгивай, все, пока. Я сейчас прыгну, ты что, дуримонда? Первая марсовая, дом 3, запомни. Марсианочки, Николай Петрович, там Юпитерская 4, квартира 6. Кого? Я ничего не слышу, слишком... Первая Марсовая 34? Юпитерская 6! Улица Юпитерская, дом 6, а квартира какая? 17! 18? 19! 19-я квартира, Юпитерский дом, 6-я улица, я все понял! Да, все правильно! Ага. Давай, Николаю Петровичу привет! Хорошо! Ну тогда, Николай Петрович и марсианочки, ждите меня! Я скоро буду! Ой! Куда? Катя, да меня подбрасывать начала! Это турбулентность! Турбулентность!